течение 16 дней профильной смены «Академия семья» участники соревновались по четырем направлениям – музыкальному, декоративно-прикладному, юмористическому и спортивному. В результате по итогам победу одержала десногорская семья Голубевых. Мы очень были рады, что наша семья достойно выступала, показала все свои навыки и умения, достойно представила город Десногорск, достойно представила все многодетные семьи нашего города и стала победителем, с чем мы и поздравляем нашу семью Голубевых. Семья большая и дружная, пока их всего пятеро – мама, папа и трое детей, но в скором времени ожидается пополнение. В семье все люди творческие, мама работает воспитателем в детском саду «Дюймовочка», ну и, конечно, рисует, мастерит руками вместе с маленькими Владимиром и Викторией, а старшая дочь Александра почти 10 лет занимается хореографией профессионально. Папа – это огромная финансовая поддержка для всех. Он трудится на Смоленской атомной станции ведущим инженером в отделе дефектоскопии металлов. Участвует семья в этом конкурсе второй год. В прошлом году им всего лишь удалось дойти до финала, а в этом году подготовка велась очень серьезно. Все приложили максимум усилий для победы. Помогала сочинять. Ну, фильмы создавала мама лично с дедушкой. Я только сочинять помогала. Ну и сочиняла танец. Моя инициатива была песню спеть. Пыталась как могла, помогала. Я старалась, конечно, держать себя в руках на всех трех этапах. Нервничала, конечно, все это скрывала, вот, но в конце, конечно, дала волю, и слезы текли. Вот. Больше всего нервничал малыш, которого мы ждем, это прям чувствовалось. Вот. Дети, конечно, тоже переживали, за руку мамы держали. Хотела в прошлом году выиграть, но не получилось, но в этом выиграли, ну, потому что уже вот... Все, мы собрались, мы поняли, что проигрывать в этом году нельзя, и выиграли. С долгожданной победой многодетную семью поздравили и коллеги по работе.